Ну, привет-привет, наконец-то выходит новое видео, в котором мы пооткрываем кейсы. Пора уже поставить точку на этой линии неудач и наконец-то выбить что-то действительно стоящее. Но я хочу вам пожелать приятного аппетита тем, кто кушает, и приятного просмотра. И он мне достается, ты мне его даешь. Страшно. Охуительно, да, мне нравится. Нравится? Хорошо. Так, давай, что следующий крутим? Голдушку. Вот это вот роллс забираем сразу. А извините, губы закрыты на фоне, да? Фу, у тебя такой помойный звук, Паша, или пиздец? Да, у тебя что-то с микрофоном опять случилось. Ну что вам нахуй, каждый раз не нравится, я не понимаю. Стой! О, смена. Стой! Вот сейчас он заныл, нормально слышать стало. Ооо, сменка. О, вот это уже неплохо. Плюс 650. Лучше бы следующее упало. Ну... Нет. Ну, тут тоже FT-шный за 700, он типа продается. Вот именно FT-шный, а это просто 650 уже. Так. Неплохо. Что еще? Еще раз голд. Начало хорошее. Да, БПКТ крутит, потому что в сильверах ничего не падает особо. Да и здесь тоже не очень сильно падает. Этот приз мне достается. Сань, ДБшки пока передавать нельзя. Давай, еще один. Ну. Шлюха. Ага, кто там? Лови еще ДПшки. Давай на двоечку нажимай. Ну так резко, моментал. Сменка тебе упала. Да нет, это не мне. Это его сменка, это твоя, Серега, сменка показалась. Я сейчас, знаешь, он начинает, короче, продавай, не надо, ты дурак, что ли? Резко, вот сейчас резко моментально нажимай. Резко моментально прям. Дурак. Его резко нажать. У него он для видоса записывает, чел. Ну и. Давай сильвер открою. 5 сильвер. Это не металл. Смотри, деньги первое. Лучше бы гольфу. Так, первое деньги. 14 косарей. Второе. Смотри, тоже счет бабки. Ван Гога. Тачка упадет. Смотри, бабки. Так. Третьи ДПшки сейчас выпадут. Не. Випка. Да нет, не может. Да, Серег, так, бабки, если блин. Ты убиваешь с последнего, короче, машины 10 тысяч плюс МДПш, то ты мне просто полгам отдаешь. О, 45 тысяч. Неплохо. А так часто уже падает давно? Да нет, я сколько уже открывал, 45 ни разу не падал. Слушай, сколько уже открывали, очень часто падает 45. Смотри, я 45 что-то. Смотри, сейчас просто что-то дорогое. Вот прям типа какая-нибудь Альфа Ромео, что-нибудь такое вот. Астон Мартин. Да. Смотри. Смотри, как деньги пахнут. Вот она. Просто 5 кисов и 5 бабок, просто. Я говорю, Селеру вообще не выгодно крутить, не знаю, на тебя пришелся. Продай машину, мотик. И крути голды. Так там сейчас тоже ничего не упадет. Там шанс выпадения больше. Нет, не факт. Просто там машины такие же. Здесь из-за того, что ты больше тратишь, типа больше можешь получить голд VIP. Продавать. Это смысл. С голдовской випки. Ну. И смотри, сейчас ДПшки падают просто.
второй тоже сейчас. Смотри, сейчас будет сливной. Просто такая слива будет. Опять слива. Но что у нас? Последний голд. Или Сильвера 2. Или Броник. Думай, Брусам, давай. Все от тебя зависит. Давай Броник откроем. Если Броник давай. Сейчас какая-то херня выпадет, я могу еще потом открыть Сильвер. Ну. Ну давай, 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 давай. Страпс, идеально просто. Темнота. Продать. Короче, нихера не выпало. Ну вот это 600 косарей. 100. Примерно 100 косарей. 120 бабками. И там 600-700 тысяч. С 3,5. Отлично. Ну,